чудак, раскаленному солнцу подставив нагретый чердак. Шел чудак за спиной, его тихо качался рюкзак, шел домой, представляя, как все удивятся тому, что живой, что ничто не случилось такого с его головой. Так и есть, у него для людей была самая лучшая весть. И он шел по дороге от счастья, светящийся весь love and peace. Люди могут, конечно, спастись от падения вниз. И он шел рассказать им о том, как им можно спастись, рассказал. И напуган был всем этим весь этот зрительный зал. И слова его долго летели сквозь этот базар в пустоту. Он шел к людям, он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту. Каждый раз, когда сходятся звезды, сойдя со своих звездных трасс, все становится ясно без всех этих жестов и фраз. Каждый раз, когда кровь на ладонях и падают слезы из глаз, очень больно смотреть, если кто-то